Моя подготовка сначала в Душанбе прошла, брат. Вот в Москву пришли 9-го. И в зале Эвал Джим в основном идет подготовка наша. Да, конечно, волнение у всех спортсменов бывает, но это пояс, это главный бой. Надо забрать пояс. Конечно, переживать, все будут переживать волнение. Ну, я видел его бои, он и бьется, и борется. Мы все профессионалы. Я думаю, кто правильно подходит к боям, тот и выйдет победителем оттуда.